Муниципалитет Франко-да-Роша в Бразилии зафиксировал разлив двух рек, наводнение и оползни утром в это воскресенье, 30 января, после того, как проливные дожди обрушились на столичный район города. Часть центрального района и доступ к городу прерваны, в то время как бригады начали эвакуацию окрестностей дамбы. Реки Хукери и Рибейран Усебе вышли из берегов, затронув различные районы города. Движение поездов было прервано на части станции линии 7 и от Каэры до Франциско из-за затопления путей. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus!